Всем привет! Вышел новый пакет Twitch Prime. Ссылку на подключение можно найти в описании под видео или в закрепленном комментарии. А также на сайте можно найти распродажу прошлых пакетов. Толь, может, ты танк поменял бы? Покинул. Просто в КП играть, чтобы было. Здорово. Опа! Флага. О, а вас закинуло? Мы с тобой в взводе не будем. Да, против левши. Это я. Флабер, а с кем ты играешь? Саша, кто у вас третий? Флабер. Ну, вот Долич, Биба и... Сашка. Они ники не убрали. А чего ники не убрали? Ники убрали. Я не буду убирать, я забуду поставить. А что? У вас еще какая-то проблема? Я потом забуду поставить. Че, ниже каналом идем? Или че? Ты го ходить всем. Я Сашенька. В 4 взвода? Веселее. Давай. Да. 4 взвода, короче, играем. Все просто в этом... на этом, на понимании. Да. Чисто на понимании играем. Хрень, у вас сетап там нормальный. Командир, ну и говно, конечно, стратегия у тебя. Нормально пойдет. Так вот, Ален, я тебе про что говорю, что, по сути, мои слова и твои, это вот просто субъективщина. Да господи, и пожалуйста. Чтобы как-то проверить... Ну, не совсем субъективно, но... Не-не-не-не-не-не-не. Если сказать слова, то тогда придется... Да, так я тебе говорю, что подтвердить мои и твои... Возьмете по кальяну и будете сидеть часами и обсуждать, пожалуйста. Я просто не понимаю, так вот, не знаю, так будто варгейминг, что ли, тут пытаешься защитить. Не, вот это не надо набрасывать на вентилятор в ЦАТу. Вот, смотрите, он пытается защитить варгейминг и все таки ой, да, ну, точно, ты продался, ты... дизлайк, отписка. Да, нет, Ален, не занимайся херней. Ты пытаешься привести типа довод, что люди получают удовольствие. Так я тебе так говорю, так и есть. Ну, для меня. Если ты хочешь... Ну, давай людей спросим, которые играют в кроссовки, блин. Ну, спроси, в чем проблема. Ну, давай. Поприкрой. Что-то поменять, чтобы после этого. Нет, меняется чуть иначе все. А не по фидбэку от команд словесному. Ты был в киберспорт, ты знаешь, куда этот фидбэк. Ты куда этот фидбэк девается? Ну, используется своими стандартной бумаги. Ну да, поэтому я тебе говорю, для этого и все меняется. Для этого надо другие вещи делать. Они ко мне проедут? Ну я свечу. На стим цель. Просто начал этот разговор вообще типа с того, что тут. Типа необоснованная драка за хлеб между командами. А почему необоснованный турнир? Закон 2. Спартак отыграл. Толь, рви этого, молю. Арта, Вань. Тем более, какой хорошо, еще тебе такой пример, я не знаю, зачем людям топовым, которые играют хорошо, зачем им участвовать в этом турнире? Они лучше пойдут денег заработают. Ну, нет, так я тебе говорю, ну, я же тебе объясняю, ну потому что это интересно. Так забавно, ну, смотреть на модельку танка левши и слышать его в ТС, как он болтает. Это неинтересно, им это неинтересно абсолютно. Нет, ты не понял, но... Вот, я тебе про это говорю, ты сам ответил на свой вопрос, Толян. Зачем они играют, если им проще пойти, например, там, где-то заработать денег? Ну, значит, для них сейчас поиграть в этом турнире важнее, чем просто где-то заработать денег? И смотри, ну, потому что такой, не... еще есть еще один момент, есть, который не озвучили. Сейчас некоторые команды думают, что если победить, тут то есть призрачный шанс, что их куда-то позовут, блин. Не, это все до это вообще это такое, прям домыслы, ну, домыслы. Ну, да, думаю, так думают. Но, ну, пускай они даже так думают некоторые. Я тебе, короче, я тебе к чему-то, Лен, веду и речь. О том, что это событие, оно сделано. Оно любительское, оно не профессиональное. Вот. Оно сделано для получения. Удовольствие поиграть в команде, в составе. Тем более здесь отбираются не просто команды собрались рандомно. По приколу здесь... это событие сделано, блин. Ну, ну в смысле по приколу. Это активность, как и любая, ну, другая активность. Убрать Корм 2 не будет никакой активности в этом. Нет. Ой, что ты, Золь, переоцениваешь. Ты переоценишь. При все, Золя, я вас с удовольствием признал бы. Я тебе еще раз говорю. В танке вот онлайн 600 тысяч, это не значит, что за день поиграло 600 тысяч. За день играет миллионы человек, просто миллионы. Понятно. Из них YouTube смотрит и знают о Корме 2 процентов 10, ну, может, 10% примерно. Максимум. Ну что, ты хочешь сказать, эти миллионы играют для кладной подсосовки, что ли, или что? Многие играют. Ну, так я многие... тебе говорю, что подожди, о медийности, о тебе, там, о стримерах других. Ну, освещение 10-20%. А освещение есть какое-то у этого турнира? Конечно, ивент, ивент, смотри. Сколько это освещение? Вот, так я тебе сейчас, ты задаешь вопрос, так я вот тебе хочу пытаюсь ответить. Дело, у тебя освещение, главное, этого события, это ивент, в котором сколько приняло участие сотен тысяч игроков?
Это и есть, то есть команды же пришли на этот турнир. Что, ты в клановой потасовке хочешь сказать, сотни тысяч игроков играют? Нет, ты не понял. Ивент, на ивенте отыгрывало огромное количество людей. А команды, попавшие сюда, они играли, то есть они топ-50 кланов этого ивента. Понял? Ну. И они знали об этом событии. Ну, типа, ну я понял, то что и попытались в эти топ-50 попасть абсолютно все. Ну по итогу-то откуда все? По итогу изначально-то люди на века-то с какой целью играли? Получи. С целью попасть на... Не с целью попасть в клановую потасовку, а люди на века играли с целью получить гребаный танк. Получить танк, ну, согласен с тобой. Ну и где тут опять удовольствие? Так в смысле, а для чего? Танк получить. Получить танк, для чего танк получается? Ну ладно, играть. Для чего танк получается? Люди ради удовольствия играют. Пикша, ты боковать будешь? Нет. Там леопард еще. Ну хочешь, чтобы конем? Я там конем. Ну давай мы скажем, что... чтобы он не стрелял. Не-не-не. Большее число человек, которые попали типа в топ, которые получают танков, и именно играли там с целью получить танк. Получение танка чем преследуется? Для чего танк получается? Ну, чтобы потом получать от него удовольствие. Да. Охуенный довод, конечно. Ну так и есть ради. Ну что? Ну так все равно мотивация это танк, а потом уже на нем играть уже другое совершенно. Да нет, ну в смысле. Мы едем за тобой. Мы ждем вас или как? Не, я через это. У вас долго там еще бои? Ну, мы закончили. Да, мы еще играем. Долго у вас? Ну, сука. Ну, 6-4 счет. Ну, с уважением, что да, меня задушили, задушили. Давай, Айби, тащи. С уважением задушили. Нормальную команду выбрал, красавцы парни. Я протанчил, а не тащил. Что там, ведь вы кукарекали там? Чё там? Чё? Флабер, блин. Чё, выиграл Флабер, что ли? Ну, конечно. В нолик мы поехали. Да, мы же с вами даже не пвпшили. Давай пвпшимся, ОК, сейчас. Этим ну, так давайте, тогда успеем. Так я не знаю, почему вы на горку не поехали, как первый день на тундре. Ну, у нас тактика была, мы ее придерживались. Такая плохая тактика. А мне арта и 704 дал. Нахрена сидите, а? Киберспортсмен. Что, выйдет? Нет, у него БК нету. Офигеть, там стерва-профессионал просто лютый. Он еще стоковый. Нормально, он тебя арестовал. Да. Не пробил. А вы тоже попались или нет? Да, мы попались. Ну мы походу проиграли, мне кажется. Ну ты такой еще, Биб может защитить, конечно. А, это наши, да, походу? Это прикол какой-то? Это 26.5 неуязвимый. Просто, он еще и под станом. Аккуратненько его забрать. Хорошо. Давай, Биба, тащи. Я уже задолбался тащить, ребят. Короче, надо Джова вытягивать, они проиграли. В смысле Джова вытягивать? Ну, по ВНЗ я имею в виду. А кому они проиграли? Идет. Лавицу. Лавицу проиграли. Шопованзе уже вылетели? Да, да. Лол. А там потому что полевика у них не было. Рира. Ну а зачем тогда их вытянуть? Джов, наверное, горит там. Не-не-не, полевик есть, но типа просто не смог там личную причину. Хорош, Биба. Можно и поесть. А, это не. Да Биба, смотри, вытягивай все это говно. Да что там вытягивает? Там 1500 хп, серва. То есть в этих вообще херня. Я знаю, что там 1500, но я попробую убей. Ну это не, тяжело, там киберспортсмен только законтрил жестко. Там киберспортсмен на стиле. Там реально каточек чётенько. Что там случилось, интересно? А он в центре стоял и развалил его просто. Не, он меня еще прочитал дважды жестко, прям реально жестко. Еще и по каточкам идеально лупил. Ну хотя, да. Нормально, Биба здесь. Так, Биба, ты что, офигел там? Биба мой кумир. Окей, разменчик. Это ж такой... Старшеклассники младших братьев пинают чужих. Да, все накаляются. Сейчас Красюк на биобульте приедет. Принимай. Че-че? Так мы грань нормально это арестовали. Не, нормально проехал. 1000 хп было. Только потом, как ты меня пробил? Куда ты стрелял вообще? Ну, можешь на стрим посмотреть, но я не знаю, в борт куда-то там, ну, чуть выше. Мне до этого 430-й также пробил, я не понимаю, как вы этих детственных пробиваете. Попал, офигеть. Фигня какой-то. Красиво. Тупо в это попал, да, в трубу?
Вот это я понимаю прикрытие тортовода. Капец, да, где, Биба, где, везде, где он? Мне кажется, он тут, не? Да-да-да. Это лампа, попробуй, Биба, что-то. Да, мне кажется, тут, вот, у нас есть спонсор. Да-да, вот я себе беру. Офигеть. Вот эти десятые. Я так и знал, а? Поджопчик отвесил. Кстати, да, реально. Но может растащить спокойно. Вот это Т-34 надо, чтобы поехал. Тупо на неждание встал, он же меня... Ты по-любому, да? Да нет, просто на захват. Не, он блондил сюда. Я думал, что да. В К3 блондил. В К2 думал, ты там стоишь в кустах нижних. В углу, короче. Ну что, закончили? Пытаешься бежать, типа. Нет, все. Сейчас. Тут у нас... А сколько у нас следующий матч? В 7. В 7, ровно. А потом 8.30. Блин, на самом деле надо было встать, просто десятку, да, отсветить. Стерва бы меня закрыла, а ты с тобой. Не, тебя бы Биба тогда закрыла. Не, меня стерва закрыла бы. Че, у вас еще не все там? Заедет. Тут не, стерва, не. Биба. Да я знаю, уже вижу, что хп отлетает. О, ну он доехал до захвата, слушай, норм. Да, альфа не прошла. Угу, красиво. Все правильно. Как он успевал заряжаться, но почему-то не выстрелил. Ну ты же не знаешь, что у него там стоит. Может отсюда его как-нибудь этот прикрыть? Может, что, будет 20 минут там идёт? 10 уже. 10 уже идет. Ровно причем. Так у нас здесь вообще напряженка. Ты сколько урона дал, Толик? Да нихера не дал, что там полторы тысячи. Я тоже полторы тысячи. Отличные бойцы. Я еще нормально сыграл. У меня серва уже 2000. Я 2000 дал. Не, у меня тоже 2к. Там серва жестко, конечно, меня поймал. У серва тут чисто это. Мангейнс. Да, сейчас такие могут делать лютые. Да, за раз, два, три. За раз, два, три не байнт? Нет, ребят, не байнт, если вы не этот, не сливаете информацию. Короче, байнт, если просто все про соперников рассказываете. Или отдаешься. Да. Я тут албазендом выполнить одну. Не надо, крест ведешь нахер просто сразу. Колени не помогут, крест позан. Что-то киберспортсмен так себе на стерве. Я слышал, крест даже арту выкупил, чтобы был бы забрать. Да, да, есть такое. Есть, да. Охренеть. Это банда. Биба тупо читает бойца на стерве. Да, прикинь, он попал бы сейчас тебя, а? Это был бы нежданчик. Что за карта у вас? Чё? Я тоже не понимаю. Затерянный город. Ой, затерянный город. Промзона. Просто ну, под жесткий. На самом деле, Биба вытащил эту катку, как бы. Эх, ребятушки. Мы делали без Билибоба, блин. Так что, поехали? Что, вы доиграли? Чап, да, да, да. Сейчас выкинь тогда. Капец. У вас бой 15 минут идет. Не атаковать, а это на прием. Ну, бой на лайкос, пацаны. Ну, типа, нормальная тактика. Я понял. Взяли два крысиных танка, еще и крысиные тактики хотите. Да, да, и Биба вас просто загнобил за это. Так мы в 3-9-7 играем. Так что, вы же сказали 9-7, да. Так давайте в 9-7, реально. Они берут леопардов, понятно. Ну ясно, да. Ну и СТБ берите. Осуждаю, осуждаю. Кинула тоже. Вествилд. О, да, нормально. Опять за Андро и Бара с тобой. Кириш Макин, кто такой? Андро и Бара? Так, Кириш Макин. Биба и Толик, помните тактику, по какой вам надо сыграть? Да, да, да. Биба на 9-7, Толик на СТБ. Нормально, кстати. Да, гоу лист, да. Там флагер мог. Нидин, что думаешь? Я что думаю? Пойти тяжелее убить. Ты не надо это вслух говорить. Они в угол поедут, короче, на ноль. Окей, поехали тоже. Бля, земля нам пухом. Вот это тайны. А эти опять инсайд флабер и силик, смотри, опять отдельно ушли крысы. Ой, крысы. Мастера сплинтеры. Ну хорошо, что у нас командир такая крыса, мы должны выигрывать тогда. А мы вас 1-0 мы вас ведем, да? Я правильно понимаю? Сейчас светился. Нет, это... Беовульф идет, вы нет. Нет, мы с тобой в команде. Слишком блок сыграли, да. Правильно понимаю, тут гусеница больше, чем у обычной модельки. Да, да. Вот на этот вообще на 2.7.9 похож, реально. Не, когда его не видишь сквозь кусты, там кажется, что это семерка. С кольца, да. Не, у реально очень 2.7.9 напоминает. Ага, ой, а что это там в тяжам едут? Ну сейчас фланг СТ проносим, парни, и в спину заходим. Да, да, да. Хороший. Да можно уже на центр. Нет, давай наверчку зачекаем.
Да вон еврик чекнул. Какой еврик? Они на том фланге, слышите? Их много. Нам надо на туда перейти. На этом тоже есть. Я 140 убил. А, на 6. Может на тот фланг поедем? Мы тут не пропушим. Тут не проедем. Поехали на тот фланг по красной. Вот этих убьем сейчас и вот так заедем. Вот они где воюют тут. Боровые. Опа, шишечку-то прикрыть забыл. Да, какие приехали, ты посмотри. Видно, видно. Колча. Тут этот левша экран выставляет. Да, да, я получил от него только что. 5 контрит, зараза. Они просто нас семерку сейчас пушат. У них позиции там больше мы сделаем. Слышите, что можно здесь АФК встать, как в спорте вот здесь. Киберспорт. 8-7 справа приезжает, я поехал контрить его. У нас команда умирает. А у нас на кемпе никого нету, блин. А, они же это слышат, ясно. Толя разумист. Видал, Биб пролетел мимо. Да пофигу, там есть, можно похавать челика. Ой, это у нас тут смерть. Я уже? Ну я уже выстрелил, не знаю. Стойте там, да, крестик в стриме, я тут буду лежу. Толь, живешь, нормалды там все. Ну, херово. Живи, Толян. ЭБР. Это, Биба, ты можешь Е5 на меня едет напрячь? Я могу все. Только скажи. Вот-вот. А я хочу не только на него. Там на тебя поляк выходит. Да я от него засейлся. Охереть. Я нет, живи просто. И 5 с поджогом просто. Да, ясно. Я поехал туда тогда, помогу там. Ну я тут тоже не могу. Да, я понял. Мы с Криспом пойдем, можем ехать. Давайте, уезжайте вместе, да? Уезжайте вместе. Блин, чел меня подпер тут. Отстань! Все, я труп. Не, у нас тут вообще никто не помогает, на самом деле. В этом плане все максимально херово. А никак, чувак. Они 100% там. А, силик отстался. Они остались двое уехали. Да пушить не один. ИБР я не вижу где-то. Блин, 7 мора не успел убить. Перевалился, слушай. Я стою 20. Опять Биба тащит, да? Блин, Биба классно играет, надо твой стрим посмотреть. Стой 2 я когда? У него одна еще. Он справа, помоги справа лучше, Биба, смотри. Блин, а шо ж он кнопку не нажимает стрелять? Фига, Камбуцк. Еду. Да не, какой камбук ты чё? Брось. Ты надо... Вот. Его нереально убить, забей. Лучше помоги тут направо, да справа. Да не могу ей помочь, чувак. 27 ты можешь убить. У меня там углов ни на что не хватает тоже. А ты прям вот по трупам левши, мой. Ты прострелил 27. Простели 277, чел. Это ты видишь его, у меня кумысы и заборы. Чувак, ты меня сейчас такую хуйню городишь, блядь. Так я ебу, что у тебя кумысы, блин. Нахер ты их вообще заряжаешь? А как я тебе буду кого-то пробивать? 1200 ниндин, это плохо, конечно. Я 800 еще. Я 700. Слабо он дает. Нет, тут опять на тоненького, конечно. Да, да тут еще причем, ванная, у нас еще команда сыпалась, у нас еще и пазик. У нас E5, у вас E5 вышел, мне просто в лоб с поджогом дал и все его. Нас типа сверху, тут никто кроме нас не играл спокойно. В целом. Да не умею. Сколько? В смысле, у вас СТ2 вообще-то офигенно играл. Офигеть теперь. Я смотрю, что у вас челики стояли просто и... Крест, ну наверное свалю. Ой, да ладно, у нас пазик, мы всегда можете. Один АФК же, да. Вы сверху просто типа жестко перевернули. Вы еще их прям живые. Я думал лучше вот тут встать. Короче, надо СТБ брать, но его нахрен параш этот там, конечно. Очень слабый. Справишься, да? Погнали. Разгоняй овечку. Зажимай в тиски, играй, не режу говорю. А, слабо ебать. Беги, колесник. Беги, родненький. Так, мне надо фраг, чтобы мы были братья по оружию. Ну, у меня два же. Так, да. А, как ты возьмем? Я думал три. Да ничего. Что получим? Стопудово в угол ушел. Не, его добавим. Толь, твою игру оценили по 10-бальной шкале в чате.
бою. А го объектов 29 возьми. А у меня нет. Если никого нет. А чё, кто я есть только? Нормально. 1700 урона, 1700, парни. Отличный ход, ребят. 1300, да. Ребят, нормально у нас. Беги, да? Я пойду другую, найду, короче, команду. Беги, Бим, пока. Беги, глупец.